Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии в понедельник. Меня зовут Александр Наконечный. Артем Деев к нам вернется с понедельника. Сейчас давайте обсудим ключевые события текущего дня. В первую очередь, хотелось бы увидеть сегодня такую новость, как объем промышленного производства в еврозоне. Новость выходит в 12:00 по московскому времени. Ключевой индикатор экономического развития. В 14:00 заседание ежемесячная ОПЕК. Что касается вот самого заседания и текущей ситуации по нефти, я считаю, что вот текущая техническая картина показывает на то, что нефть сейчас находится в таком более нисходящем тренде, и прогноз на текущую неделю, лично мой, это 37-37,5 долларов за баррель до конца недели, потому что никаких позитивных новостей от заседания ОПЕК я не жду, и судя по текущей динамике, действительно нефть имеет сейчас хорошие возможности продолжать свое падение. На сегодня это самые такие ключевые события. Завтра в 9 часов по Москве выйдет объем, точнее уровень безработицы по Великобритании. Тоже достаточно такая сильная новость, учитывая сейчас все знают, какая ситуация в Британии, не самая лучшая, плюс еще на этом фоне Brexit, поэтому ключевой уровень по британцу остается 1.2770, и на этой неделе мы все-таки, я жду лично пробоя этого уровня, и дальнейшее движение до отметки 1.2650-26. В среду, среда, наверное, самый такой топливный день для рынка, там будет решение по процентной ставке ФРС, будет заседание ФОМС, поэтому ждем от среды высокой волатильности. Ключевой, наверное, инструмент для торговли здесь будет евро-доллар. Евро-доллар сейчас котируется на отметке 1.1850, 1.18. Ну, до конца недели также поставить цель 1.20, на мой взгляд, слишком оптимистично, поэтому 1.19, 1.1950, вот к этим значениям, на мой взгляд, евро-доллар сможет прийти к концу текущей недели. Ну и также, если рассмотреть, так скажем, индикатор фондового рынка Америки, это индекс S&P 500, на мой взгляд, сейчас индекс заканчивает свою коррекцию, поэтому до конца недели я, по крайней мере, жду роста. Самый оптимистичный сценарий – это 3500, но 3500 я не жду, 3400-3450. Это ключевые события на текущий день. Оставайтесь с нами, оставляйте комментарии. Всем успешной торговли!